Праздник юмора. В Лапландии прошел долгожданный полуфинал Мурманской региональной лиги КВН. 6 лучших команд сезона этого года боролись за право выйти в финал и получить шанс отправиться в Сочи для участия во Всероссийском фестивале. После того, как сборная города Мурманска и Морская академия успешно выступили в телевизионной лиге КВН, жители нашего города еще больше полюбили эту игру. Об этом можно судить не только по количеству новых команд, участников регионального этапа, но и по возросшему уровню шуток, которые звучат со сцены. В Лапландии состоялся полуфинал, где 6 команд боролись за право стать лучшими. Мы наконец-то вернулись после летних каникул, КВН снова возвращается в Мурманск, и мы встречаемся на полуфинале нашей региональной Мурманской лиги КВН. Сегодня к нам приехали гости из Петербурга, сегодня приехали ребята из ЗАТО Александровск, ну и, конечно, наши любимые мурманские команды сегодня будут выяснять, кто же смешнее, кто готов пройти в главную игру сезона. Мы очень надеемся, что команды, которые сегодня здесь будут сражаться в этой юмористической баталии, совсем скоро тоже окажутся на главном канале нашей страны. Команды не только стремятся попасть на телевидение, но и лично испытать на себе все радости жизни популярного КВНчика. Пока же юмористы живут сегодняшним днем и активно применяют это качество не только в повседневности, но и в своих выступлениях, добавляем актуальности и остроты. Каждое выступление, оно по-своему достаточно невероятно, уникальное, интересное. Есть шутки на злобу дня. И мне кажется, что зритель, который сегодня пришел в замечательный дворец Лапландии, найдет ту команду и тот юмор, который им понравится и будет по душе. Ведущим полуфинала выступил капитан сборной города Мурманска Герман Иванов, который не понаслышке знает все особенности пути к вершинам КВН. Сами же участники активно шутили на различные темы, включая футбол, ЖКХ и политику. Как ты кофту сними? Кофту снять? У меня нет таких полномочий. Политический юмор. В полуфинале, кто все отыгивали, и как сюда попали, до конца не понимали. Финал Мурманской региональной лиги КВН состоится в начале декабря, поэтому команд еще есть время собрать новый материал, отрепетировать его и представить зрителям свои самые лучшие шутки. В этот раз лучшими стали петербуржцы из овощного салата и мурманская сборная для вас. Третье место поделили клуб «Одиноких сердец» и «Сверхразум».